Фотообзор событий земли Тамбовской. Культурные и социальные события города в 15 работах. В ДК «Мир» открылась выставка молодого фотографа Вадима Панова. О хобби, переросшем в профессию, расскажет Елена Хромова. Вся жизнь под объективом фотоаппарата. Вадим Панов фокусируется только на том, что для него важно. От этого и получается такой результат. Каждая его фотография – это кусочек реальности. Персональная выставка – первый опыт Вадима. Она скромная по своим объемам. Начинал снимать пленочным фотоаппаратом. Кадры были бытовые, назвать их искусством сложно. Волей случая ему пришлось столкнуться с фотоискусством. Это произошло 7 лет назад. По работе его попросили зафиксировать одно из городских событий. С тех пор и началась его летопись как фотографа. Это первая акция. Таких фотографий, я не знаю, но на балконе я был единственный. Далее. Бондарь Александр Николаевич. Его выражение лица и сзади выставка «Война и мифы». Это после открытия как раз. Но все-таки, мне кажется, все-таки в этом есть. Репортажное фото – это движение. Это прослеживается в каждой работе Вадима. Даже статичные снимки он наполняет динамикой. Репортаж я, конечно же, вылавливаю портреты людей. Допустим, если это мероприятие проходит, скажем, на площади музыки, вот те же самые песни на основе, там духовых оркестров. Люди сидят с заинтересованными лицами, у всех такие разные взгляды. И поймать и показать это тоже нужно уметь. Вот. Я пока работаю над этим. Поэтому портреты, да, портреты в действии скорее все-таки. Не постановочные кадры, а так, как человек есть. Вовремя заметить или предугадать интересный кадр, среагировать на него нажатием кнопки, не забывая композиции, задача не из легких. Это приходит практически молниеносно, когда видишь момент, понимаешь, что нужно нажимать затвор, он есть. Вот фотография так рождается. И человеку нравится. Ну, опять же, это специфичное направление. Вадим называет себя любителем. Для него фотография не заработок, а удовольствие. И эта выставка лишь первый шаг на пути к саморазвитию и достижению поставленных целей. Елена Хромова, Александр Поздняков, Ольга Кириллова. Область новостей.